И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Будем играть в прятки. Карта большая комната. Или, наверное, скорее всего, мы просто маленькие. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А Димончик нас первый ищет. Кстати, тут окно есть, туда вроде заходить даже можно, не? Не, меня обманули. Туда нельзя. О, заходить. Я Димон все-таки нашел нычку, ты был прав. Да, подойди к компьютеру, послушай, как он тут трещит аж. Это жесть. Я не слышу, Димас, я не слышу. Так, ладно, я вас ищу тут между дисками, думал, вы где-то тут играете. Да, я диски, короче, посмотрел там все уже. Угу. Ух ты, тут темно. Так, а тут не очень. Чё тебя не вижу? Ап, написано ап, можно подниматься, да, как-то? Так. Неплохое начало, я никого уже найти не могу. А я думал, что карта будет легкая. Та не, я уже искать что-то не хочу, Димон. Да ты знаешь, сколько предметов, Димас? Опа-на, челика нашел. Ха, здорово, мужик. Тихо-тихо, вот бежит внизу. Давай, Димончик, лови его. Вижу его. Так. А я бегу. Подписчика мочить. Иди сюда, засранец. Ого, там кто-то, а, ящик еще. Давай, Димон, мочи его. Нет, я не могу. А, все, смог. Как это не можешь? Можешь. Так. Устал? Ну да, ноги болят. Присаживайся. Присаживаться можно, да? Или не можешь. Он, о, приляжем. Димон, есть присаживайся, а есть приляживайся. А так можно, что ли? Видать, можно, раз меня откинуло. О, это медиатор для гитары лежит, чтобы играть. Значит, где-то гитара есть. Пауки. Ой, кукольный домик, вообще круто. А, вот гитара. Здесь у нас постели какие-то. Ай-яй-яй-яй, упал. А где ты лындаешь? А в шкафу каком-то. Так, я иду в шкаф. Тут мыши все прогрызли, Димас, вообще. Ужас. У тебя, Димас, такие же шкафы? Нет, у меня нет шкафов. У меня все на полу лежит. Неплохо. А чё? Так можно, я знаю. Так, пацаны, вы что-то хорошо прячетесь. Во, марионетка. На вешалках нету. О, еще есть одна нычка топовая. Так. Так, кого я убил? Давай помогай мне искать. А то я тут сейчас один буду 100 лет в обед искать. Ой-ой-ой-ой-ой. Димон, есть такая нычка, есть крутая вообще. Потом покажу тебе, если не забуду. Давай, потом покажешь. Так, а я пока полез на третью полочку, на третий этаж уже. Уже опа. Сколько этажей осмотрел. Это ты лазишь куда-то? Это проволочным челиком. Не-не-не, я завтра так же понял. Продолжаю. А, упал в самый низ. Все там заново. Димон, все тп. Фигня, давай заново. Не, я тэпэхнулся. Опа, я вижу, пацаны, я умею, шкафы. Умею тэпаться. Хищник. Хищник, тут хищник, Димас. Ух, фигурка классная. Да-да-да, кстати, я видел вот эти фигурки. Так, давайте ее осмотрим. А смотри, паук еще какой-то. А, нет, это же хищник, когда он только, ну, вылазит с кишок. Да-да, с кишок. Это стрёмный. Нормально. О, кстати, смотри. Тут мостик есть, круто. Так. Давай, Димончик. Тут много чего, Димас, есть, но я ничего найти не могу. Можешь. А вот с этого мостика, кстати, я могу тебя, наверное, увидеть. Давай поищем. Не, на коробочках нету. Все-таки на туалетной бумаге, Димас. Я на люстре. Знаете что? Ничего. Я пока не знаю, где вы находитесь. Так. Но я предполагаю, Димас, что я тебя нашел. Нет! Да, нашел! Да блин, да как? Вот, короче, здесь, вот на этом месте, где я сейчас стою, была твоя тень почему-то. Вот, блин, из-за этого я спалился? Да. А я посмотрю наверх, наверху ничего, а внизу такой, смотрю, ящик какой-то есть черный, и там ты такой, опа, на, понятно. Так, Димончик. Так, вот замок, кукольный домик. Ох, это камушек, нормально. Блин, тяжело найти, карта сложная. Ой-ой-ой-ой-ой, а это что, гитара? Да. Класс, блин, тут вообще ММДМсина такая здоровая еще. Классная комната. А если я сейчас спрячусь, вы меня найдете завтра? Я вообще не знаю, смогу ли я тебя найти на этой карте. Вы меня будете искать очень долго, наверное. Слышишь? Вот Димас в шкафах, он где-то в шкафу, понял? Где-то тут. Ищем его. Он где-то в шкафу. Вот, либо на пол. Так тут еще ходить можно внутри.
Да, ты не знал. Ого! Нет, тут еще темно так, ничего не видно. Так, может он где-то тут, а? На одежде нету. На полках нету. Ты должны найти. О! Ну где-то рядом стреляет, я слышу. Вот, я вижу его выстрел, но не знаю, где он, Димас. Да. А, нашел, засранца. Мочи. Прям на лету Димас его убил. Так, ну что, Димончик, теперь я ищу, а ты прячешься. Давай. Я беру собачонку классную. Давай только не сильно прячься, потому что это такие нычки имбовые. Ну, в общем, все, Димас, я готов, наверное. И я готов тебя искать. Ну что, ребята, ставьте лайкосик, чтоб я Димона нашел очень быстро. Самым первым вообще. Начинаем искать сверху. Старая методика древних богов. Я не знаю, что я так сказал. Так, чувствую. Вот представь, сейчас тебя найду опять быстро. Не, Димас, я сейчас быстренько перепрячусь, потому что тут очень палевная нычка. А, вот так, да, значит? Да. Понял. А я иду и иду по краешку моста. Летает батарея, смотрит на меня. Певец от бога. Кстати, я вижу, картинка поменялась на рабочем столе. Это я сменил под настроение. Ага. Там программа для, для монтажа или для музыки, что-то такое. Так, ты чужой? Интересно, чужой. Кстати. Так, ну чё, Димасик? Иду, иду. Жизнь не а трачу. Где ты начинаешь искать пока со то шкафа? Я прям вот везде прям ищу, да, вот по порядочку. Ну как найду. А, вижу, вижу, вижу тебя, ты за лефти. Да. Мочу вас. Мужик, мужик классный. Здоровый мужик, крутой. Ага. До этого момента был очень крутой. Так, пожмякаю вещи хозяину квартиры. А мне кажется, они и так какие-то стрёмные. Так, на люстре тебя нету. Да, конечно, я же не залетаю. Ты чё, Димас? Я спас эти нормальными. Это ж не я. Это я обычно ныкаюсь где-то. Так, где-то там кто-то в щелочке сидит. В розетке. О, вот тут, полюбас, вот тут Димон где-то сидит. Вот чувствую. Ой, я, Димон, вижу вроде твою тень. Как-то темновато в этой комнате. Так, я вообще тебя потерял. А, вот, вижу. Димас, чувак бежит от тебя. А он убежал. Давай, давай. А где он? Так, 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 где он, где он? А ну выходи, подлый трус. Димончик, куда он побежал, подскажи. Он побежал где-то на первом, на полу где-то бегает. Но я не туда побежал, в другую сторону. Вот сюда он побежал. Так, Фокси, давай помогай мне искать. Карта очень интересная, но и в то же время сложная. Так, жмякаем все внизу. Димона не нахожу. Компьютер громкий, жесть. Вот тут ты где-то, вот тут ты, чувствую. Давай, давай, ищи. Вот где-то Димончик здесь. Ты кого-то уже нашел или пока еще нет? Нет, Фокси уже помогает мне искать. А, Фокси уже помогает, отлично. Фокси я буду издалека, псих. Чтобы не мешать тебе моим столбом огромным. Так. Ой, не та маска. Ночной режим активируем. Хорошо. Так, никого. Так, Димон, вот я знаю, что ты где-то тут, но не могу тебя найти. Так где ты? Тут, а тут. Ну вот тут, ну тут, тут, но не могу тебя найти. Ну чувствую, что где-то вот тут ты ныкаешься. Я же знаю. Да блин, ну смотри. Прыгай, прыгай, чувак, прыгай. Ну, представь, как я чувствую твою собачачину. Вид и иду искать его. Во, нашел! Кого? Тю, блин, это марионетка в темноте. Димон, ты его ищешь? Опа, вижу, она. Вижу, лечу. Вот где-то он здесь. Челика. Где-то здесь. Вот он. Вот он, вот он, собака! Ну мочи! Нашел? Да вот он бегает здесь! Гаси, 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 я помогаю. Есть! Блин, ну конечно, он подсказал, ребята, но найти очень сложно. Да, хорошая карта. Еще он сливается тут с компьютера, сидит в динамиках, музыку слушает, а мы его ищем. Красавчик. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.